следит за сирийским конфликтом, существует мнение, что первой причиной этой войны стала межконфессиональная рознь между шиитами и суннитами. Однако при ближайшем рассмотрении все выглядит совсем не так. Лива Аль-Кудс, одно из подразделений, которого с самого начала выступало против так называемой революции. Причем состоит оно исключительно из палестинцев, суннитов. В Лива Аль-Кудс я работаю водителем. Вывожу раненых и убитых с поля боя. Год назад я присоединился к нашим парням. Моя главная цель – освободить Мухаям Хандара, где я раньше жил с семьей. Моя мать родилась там, поэтому я не могу бросить это место. Полвека назад наша семья была вынуждена бежать из Палестины. Там мы жили в районе Тарша. Но убежали мы потому, что израильтяне стали обстреливать наш район. Так моя семья стала беженцем. Подразделение палестинского ополчения Аль-Кудс было сформировано в лагере беженцев Нейра. Мое имя Аднан Асаед. Я один из командиров подразделения Лива Аль-Кудс. Мы создали наше ополчение 5 лет назад для того, чтобы защитить населенный пункт Мухаям Нейр от террористов. Также мы защищали аэропорт города Алеппо. Мы с самого начала помогали сирийской армии и наступали с ней на многих фронтах. Сейчас мы воюем в районах Загра, Хандарат, кварталах Эр-Рамуси и 1070, а также в районе цементного завода. Основным местом противостояния Лива Аль-Кудс с джихадистскими группировками стал лагерь палестинских беженцев Хандарат, в котором ожесточенные бои не стихают вот уже несколько месяцев. Для того, чтобы удержать свои позиции, террористы отправляют сюда лучших своих бойцов, которых планомерно перемалывают ополченцы. Палестинцы говорят, что освободить Мухаям Хандарат – это дело их чести. Ведь противостоит им известна своей жестокостью террористическая группировка Нур-ад-Дин аз-Зинки, главарь которой несколько недель назад был уничтожен в этом районе. Боевики оказывают ожесточенное сопротивление и не собираются покидать свои позиции. Однако сейчас основные бои сосредоточены на юге Алеппо, где конгломерат террористических группировок объявил о начале 4-го этапа битвы за Алеппо и утверждает, что скоро город будет захвачен. Мало кто знает, что в тот момент, когда артиллерийское училище и квартал Рамуси был захвачен террористами, палестинцы перебросили свои подразделения в район Амрия, на цементный завод, а также в район 1070. Тем самым южные ворота Алеппо были прочно запечатаны, и террористы не смогли попасть внутрь города. Вместе с бойцами Лива Аль-Кудс мы смогли проехать по основным позициям, которые сейчас удерживает подразделение. Первой нашей точкой стал цементный завод. Больше недели назад джихадисты предприняли попытку его штурма, которая была успешно отражена. Как вы можете видеть сейчас, перед нами позиции террористов. Они удерживают квартал Рамуси, а правее расположен газовый завод, который также находится под их контролем. Палестинские ополченцы принимали участие в самых ожесточенных боях на этом участке фронта. Террористы обстреляли цементный завод из минометов и попали в емкости для хранения мазута. Пламя тут же охватило все вокруг, и начался пожар. Столб дыма и огня виден на многие километры вокруг. Черное облако накрыло все Алеппо, и в городе стало трудно дышать. Продвигаться вперед приходится с осторожностью. Снайперы боевиков не дремлют. Во время одной из таких перебежек пуля едва не задевает нашего переводчика. Террористы неоднократно атаковали цементный завод, причем применяли даже заминированные машины. В интернете они хвастаются своими успехами и рассказывают, что этот завод находится под их контролем. Ну а где в таком случае стоим мы? Все то, что они говорят в интернете, чистая пропаганда, которая редко соответствует действительности. Офицеры на передовой рассказывают нам, что часто слышат в радиоэфире турецкую речь. Мы слышим, что террористам в этом районе помогают турецкие войска. Мы слышим их переговоры по радиостанции. Но у нас нет переводчика, и нам тяжело понять, о чем они говорят. Также палестинцы принимают активное участие в штурме училища ВВС Сирии. Ежедневно десятки бойцов под ураганным огнем террористов прорываются на его территорию. На передовой не обходится без раненых и убитых. Сейчас в наших рядах находится более 3000 человек. В этом месте мы организовали больницу. Нам везут солдат с фронта, который прилегает к трассе Рамуси. У нас лечатся не только палестинцы, но и бойцы сирийской армии, а также все те, кто им помогает. С начала боев за Рамуси через нашу больницу прошло 920 человек.
Я получил ранение на дороге Рамуси. Рядом разорвалась мина, и меня посекло осколками. Но мы не только принимаем здесь больных. Тут также живут семьи, которые бежали из квартала 1070. В беседе с палестинцами мы поняли одну важную вещь. Они сражаются за сирийское правительство не из-за религиозных предрассудков, денег и других корыстных мотивов. Мы пошли воевать за Сирийскую республику, потому что до этого они помогали нам, дали нам временное убежище. Теперь Сирия наша родина, и мы будем ее защищать. Они воюют потому, что 50 лет назад они уже потеряли свое государство, и теперь просто не могут допустить, чтобы их вторая родина также прекратила свое существование, и большинство его населения также стали...